Вечернее поступление нарядных платьев в салоне стильной женской одежды «Эммануэль». Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на телеканале ЗАП-ТВ. В студии Александра Зузуля. В понедельник, 2 апреля, синоптики обещают в городе Чите переменную облачность, погоду без осадков, ветер западный 2 метра в секунду. Температура ночью составит минус 10, минус 12 градусов. Днем потеплеет всего до 0, плюс 2. Атмосферное давление достигнет отметки 695 миллиметров ртутного столба и в течение суток будет расти. И теперь о погоде в других районах края. В Агинском переменная облачность без осадков. Ночью минус 10, минус 12 градусов, днем плюс 1, плюс 3. В Нерчинске переменная облачность без осадков. Ночью минус 10, минус 12, днем 2, 4 со знаком плюс. В Краснокаменске переменная облачность, осадков не предвидится. Ночью минус 4, минус 6 градусов, днем около нуля. В Забайкальске переменная облачность, осадков не предвидится. Ночью минус 8, минус 10 градусов, днем плюс 1, плюс 3.